привет! Вы на канале «Наша жизнь в Америке». New Life is my life. И наша жизнь сегодня в CVS Pharmacy хочет показать вам приготовление к Пасхе. Нет, на самом деле я просто не смогла пройти мимо этого зайца. Сереж, покажи. Да, пройти мимо его. Этот огромный заяц просто не влазит в телефон, его надо сдалека снимать. Сколько у него рост? Высота? Полметра? Я не знаю. Ну, сантиметров 40. Вес? 907 грамм. Цена $20. Класс. А вот ну погодяшные зайцы. Очень похож на зайца из ну погоди. С телефоном, с мобильником. А может он и вообще ты погоди, только шоколадный. 283 грамма, $7. Зайка, покажи вот эти красивые, тоже мне нравятся, за 7,99. Ну, это просто зайчики. Ну, они милые. В общем, все к Пасхе. Вот такие вот модные тапки. Они не просто модные, это главные герои фильма «Питер Рэббит». Короче, классный фильм, рекомендую для просмотра с детьми. Мне очень понравился, прям нас все смеялись, мы с детками когда смеялись. Еще там была одна смешная часть, где там музыка играла, и они своими хвостиками... Танцевали, да? А просто покажи еще вот эти корзиночки, что можно прям детям в подарок целую корзинку подготовить. Ну, там все собрано. Корзина стоит $20. Ну, это как праздничный подарок на Пасху, да? Что там у нас есть? Какие-то школьный набор какой-то, конфетки, желатинки, карандаши, маркеры, фломастеры, вернее. Для мальчиков, для девочек, там вон какие-то бусины. А мне больше нравятся вот эти всякие мягкие игрушки. А мне нравится нормально. Специально для нашего канала мы заказали зайца рэпера, я не исполняю этого. Не надо. А девочка поет? Давай девочка с мальчиком, у них батл будет. Запускай. Маленький батл. Ну. Нет, Сашечка, вот здесь. Да? Иди. Сашечка, ты смотри, что ей место мало. Короче, вот такой заячий батл. Поверни так, все как бы. Сейчас. Покажи, мальчик, красивый зайчик. Он стоит 16,99. Да. В общем, много мягких зайцев и много шоколадных зайцев. Каких тебе показать? А, вот этого. Эти... Ой. Давай. Это вот тоже он персонаж. Он очень похож, прям вообще. Ну, только что проблема сделать. Мам, посмотри. Стоит он $23. А, и другие есть. Снупики пасхальные. А это китикеты? Китикеты это какие-то непонятные. Одеты в цыплят. А-а-а. Они в цыплят. Я думаю, что с ним случилось? Его опять заяц, смотри, в джинсовке. Саш, покажи его, возьми в ручки, покажи. Он большой. Этот такой радужный. Короче, зайцы всех мастей. Ну вот я, конечно, понимаю, к чему к Пасхе цыплята привязаны, да? Ну, а вишки как-то для меня не А очень. Мне нравится Микки Маус. А мы их собираем, мы покажем вас у нас. Вас у нас. Вас у нас. Когда у нас будем. Сереж, смотри, мишки одеты в зайчиков. А мне нравится Микки Маус. Ну давай купим тебе Микки Маусы еще. Да у меня есть. Ты не хочешь их садить на лестницу? А вот мне кажется, со мной согласятся многие женщины, что... Коллекцию надо хранить где-то в уху. Шоколадная тема продолжается. Зайцы от компании DAF. Ой, смотри. Темный шоколад, он тяжелый. 127 грамм. А вот еще DAF какой большой. 340. 340 грамм? И сколько он стоит площадь? 14,90. А мой либо 4,99, либо 2 за 3. А вот эти, Сережка, покажи. Вот эти, если $1.49, и если купить двух, то третий получится бесплатно. Прикольно. Смотрите. Это у нас, покажи, как это. Это тестер эгг. Это эгг. Яичко. Красивое? Да. Оно чужое. А что это за пасхальные чебурашки? И Микки Маусы? Ну, это что такое? Не кажется, кажется, это какие-то цепочки. Там, наверное, можно собрать цепочку можно собрать вон с бусинкой. А это Колумбы. А это что? Зайка, это может вот что-то красить? А нет, тоже шоколадные зайцы? Нет, я думаю, шоколадные что... цыплята, да.
такое прикольное яйцо. Блин, тоже тяжеленькое такое. А там же игрушка какая-то. 2,49. Держи. Оно не тяжелое. Ну, я думал, оно легче будет. Сделай неприятно. Смотри, как красиво. Ведь скоро 8 марта. День рождения. Рождество. Ну так красиво. Skittles сделал пасхальное яйцо. У нас есть корзинки. Да, конечно, но они не такие красивые. Не такие помпезные. Так вот. Короче, когда пройдет Пасха, на следующий день приехать и купить его. Серёжка, вот эти покажи. Лёвские такие. Смотри, с овечками и... Так как причём овечка? И с цыплятами, надо разобраться. Цыплята понятно. А, это заряжать эти вот такие конфетки, они вон сзади стоят. Да. Прикольно. Посмотрите, мам. Солнышко, ты хочешь такие? 2,90... Не, я просто такой... 2,99 стоит вот такой вот яичко. Мам, ну я просто смеюсь с этого. Это Shower Kids. Серёж, а подойди сюда, покажи просто для тех ребят, которые написали нам про 99 центов. Помнишь, я в доллар 3 морковки показывала? А, да. Они вот. Здесь стоят ровно в 2 раза дороже. Вот те же самые морковки, которые мы смотрели в доллар 3. Монетки. Сколько они стоят? Доллар 99. А там они стоят? Да. Монетки, яички. Вот все. Смотрите. Все то же самое, тот же бренд. Бургеры. Глаза, это немножко некрасиво показывать. Бургеры желательные. Ну, а вот эти вот... А, это там не для пезов было, там было для чупа-чупсов. А вот, смотри, корзина какая с мячом прямо в подарочек. Цена? $3? А, это золотое яйцо. А, нет, цена за корзину $15. То есть, смотри, $3. $3 это вот это вот яичко. Шоколадное яйцо. Блин, золотое яйцо. 2 золотых яйца. Это как в нашей Раше, яйца судьбы. Которые тереть надо было. А киндеры, смотри, 5,49. Мы где-то... Мы за доллар. Подожди, а где мы недавно видели? 4,49 они стоили? В Тарс. По-моему, в Тарс. Ой, вот. Мне вот этот нравится, смотри, и там маленький зверёныш. А что за ракета, смотри? Раскрашивать? Угу. Да, раскрашивать. Такая вот ракета с красками. Видите, краски, кисточка, все в комплекте. Покажи, Зай, вот эти вот наборы. Дай. Вот такие наборы яичек мы покупаем. Это для тех, кто смотрел раньше наши... Блогеры, которые были раньше. Я рассказывала о традиции, о том, что мы, родители, наполняем потом эти яйца какими-нибудь они стирочками, разборные. Шариками, там всякой, всякими вещами. Теперь дети знают, кто это Easter Bunny, вы. Так, Сашка, ты как будто Саша, не слышишь. Саша, это в школе домой приходит настоящий Easter Bunny. Да. А для школы, конечно, родители. Шоколадные плюшем. Вот видите, они разбираются. И, кстати, здесь они стоят, вот смотрите. Все по 2,99, а в центах точно такие же яйца стоят 99 центов. Мы покажем, когда будем. Покажем обязательно. Смотрите, ну здесь можно золотые купить. Смотри, даже мишура. Ну их там только два. Два вообще не выпали. Так, что еще к Пасхе пошли смотреть? Сережа, покажи вот так просто, что здесь все это связано с Пасхой. И вот там, с этой стороны. В общем, до конца пошли и плюшевые игрушки, и мягкие игрушки. Нет, Сережка, смотри. Ой, ну они не эти такие. Не красивые, те вообще тем красивые. Более помпезные. Эти зайцы какие-то. А вот желатинки. Зайцы попрыгают. Желатинки я такую там не люблю. Конфетки в морковку упакованы. Ну, как морковка. А это вот получается что-то тут. Стоп, это, там... мама, это твоя любимая конфетка. Там, это тоже получается. Это просто складывать тоже? Да. Это вот все наборы получается для поколания? Ну, здесь уже вот смотри. Нет, это не для поколания. Смотри, здесь написано, что они уже с конфетами идут. А вот смотри, какой микс. И этот Зай, микс ну, стоит там он без яичек, он $16. Зато в нем сникерсы красивые есть. Видишь? Кот, будешь себя хорошо вести, куплю тебе такое яйцо. Внизу смотри. Я в нем даже отражаюсь. 7,99. Оно пустое или нет? Ну, конечно, пустое. Это металлическое. Нет, оно на металл не похоже. А, ну может быть имеется в виду, что раскрашено? Оно пустое, да? Оно огромное, мы в нем отражаемся. Прикольное. Я хочу поотражаться. Так вон ты. Я хочу поотражаться. Сереж, покажи, что просто все конфеты быстро... Заточены под яйца. Нет, не под пасху. Ну под яйца, под пасху. Везде вот... Желатинки 4,29. Так, почему это не так? Потому что я не могу пить и
сниматься. А вот эти вот желатинки Хариба, смотри. Хариба. Тоже пасхальные с зайчиками. Ну, в общем, конфет пасхальный. Картина. Сейчас покажу. Просто жуткая тьма тьмущая. Смотрите, какие прекрасные яички. Прямо как у перепелочек. Помнишь, как у нас чуть-чуть были? Чуть-чуть больше у перепелок яйца. Зайка, перепелок чуть толще. Чуть-чуть толще, но практически такие. И вот какие-то маленькие. Ну, в общем, все, все. А сейчас смотри, Сереж, что я увидела. Вот такой набор, да. Угу. Из вот этих, ну, заготовочек, из которых... 62 яйца. За $6. Это даже выгоднее получается, чем в центах. Но они маленькие, да, понимаешь? Но, в принципе, одну стирочку положил, малюсенькую, да, какую-то это игрушечку. Цена. А с другой стороны тоже они есть? А, есть, вот к Патрику. А это к Патрику. А здесь зайцы есть. Сереж, смотри, какие зайцы милые. Зайцы попрыгаются. Сашка, садись между зайцами, я тебя сфоткаю. Сашка, сядь между зайцами. Три зайца. Попрыгайся. Сереж, пока... Подожди, дай я посмотрю еще вот это вот. Смотри, какие красивые, как цветы сделаны. А вон, смотри, какие хорошие. Вот эти вот, смотри, какие классные. Mm-hmm. На палочках. А мне больше вот эти. Блин, они мягкие какие-то, зайка. А что это такое? Как, это не мармелад, типа маршмеллоу. А как у нас, вот, да. Маршмеллоу. Это такие мягкие. На что это похоже? Подсушенный зефир или на как зефир. Это все? Ну, более мягкие, наверное, чем. Смотри, а это вообще похоже тюльпанчики. На тюльпанчики. А вон их сколько много. Смотри, прямо так смотришь, правда, тюльпаны, да? Да. Короче, яйца. $2. В любом формате. Оно тяжелое, оно полное. Нам пойдет чаще, да, да. Цветные. Пойдем с другой стороны, глянем. Пойдем и, наверное, уже. Нам уже цветные. Ну, здесь все еще продолжается тем. Так, смотри, за 3,99 какой пакет. А сколько в нем нужно исходить? В нем много. 36 есть. 36. Но это вот реально вообще выгодная тема. Тут еще одни яйца. Угу. Ну, яйца везде. И вот, пожалуйста, вам шоколад. Смотрите, какой пасхальный шоколад. 4,99. 117 смотри, грамм. Зайчик сдержит яйцо. Покажи, Сашуль, показывай. Вот. Золотое яйцо, Сережа, от яйца. Сережка, вот похожий набор, как в центрах есть, да, зайчики? Угу. 4,49, там 99. Смотри, какой набор красивый, если кого-то поздравить. Вот очень красивый набор, да. Еще тут есть белый с бантиком. Сейчас, да? Сейчас зайка папа покажет. Тут набор большой, а потом покажет. И даже Раша сделала. Как зайчик. Смотрите, какое классное. Большое яйцо и много маленьких. И коробка такая умятая. Ну, ее кто-то, да, полагали. Слегка уронил. Смотрите, заяц. Яйцо. Тяжелый? Покажи. Да. А, он тоже пустой. Но он шоколадный, но внутри, конечно, там дырка. Ой, есть. А это что за заяц? Простывший. Сережка, иди покажи вот эти штучки. Сейчас иду. Это в корзиночку ложить. Рассказывай. Специальные наполнители для корзиночек продают, чтобы яйца ложить можно разного мягенько. Цвета, подобрать на мягенько. Ну, короче, это мишура, дождик, как новогодний. Ну, почему овечки? Просто прикольно, что, смотри, даже вот эти вот конфеты и шоколадки сделали, видишь, стесненными зайцами. А тут вот еще. Плетеная корзина. Вот, пойдет. Смотри, пасхальные подарки паковать. Специальные бумаги. Упаковочная бумага для пасхальных подарков. В общем, на любой подарок. Праздник делается все. Мне это так нравится. Смотри, какие корзины будут. Блин, ну я даже не знаю, какая у меня. Так вот это яйцо мы лазили, достать его не могли. Ну та корзинка мне очень нравится. А вот? У нас вот такие какие-то плетеные. Украшаться дома корзинами. У нас ну и похоже, детки на... могут бегать с ними, собирать яички. А, ну вот для деток так больше для я деток... бы сказал вот такие, наверное, пластмассовые. Вот, вот эти. Или это... вот эти. С юникорном. Смотрите. Или с зайцем. У нас дети собирают дома. Прямо внутри у нас заяц пасхальный, когда приходит, он прямо дома раскладывает яйца. Или а у тех, можно у кого собирать. Частный дом, у тех. И это какая мы имеем корзинку, наполнена этими телещими какие-то. Мишурой.
Да. Саша пытается сказать, что у нас плетеные корзинки, у нас не пластиковые, у нас. Да. Но мне очень понравилось еще вот это вот, Сереж. Что тебе понравилось? Мне вот та зайчика понравилась, и вот такая, она тоже очень миленькая выглядит. Но это не Пасха. Мы тоже. На этом Пасха заканчивается. А ну, вот еще наклейки на окна. Такие вот наклеечки. Как это сказать? Они силиконовые, да? Да. Силиконовые. У нас на День Благодарения такие уже четвертый год. После того, как я их снимаю с окна, их опять прилип... Ну, налипаю. Налипливаю. Налипливаю. Налипливаю на паке. И на следующий. Пойдем венки покажем. Подожди, вот еще есть сладости. Еще даже носки. О, еще и носки пасхальные Сашка нашел. Сашка, какой сегодня день в школе был? Расскажи. Crazy Socks Day. Что с носками случилось? Потому что это Crazy Socks Day. Это когда у тебя странные носки. Смешные, непонятные. Ну вот, короче, такие вот Marshmallow X. Карамель X. Клубничные. В общем, сейчас иду. Сейчас все в Пасхе. Все конфеты, все украшения, все в Пасхе. Маришка еще что-то нарыла. Еще зайцы. Блин, венок на дверь. Хочу зайца. Ну, это какая-то свинюшка. Сашка кто-то съел конфетку и бросил. Красивые венки, правда? Вот такой вот венок на дверь. На каждый праздник на дверь вешается венок. И вот из яичек. Смотри, вот голубиных, перепелиных. Он стоит $20, а 25 вот такую вот. Ну вот эти вот точно яички, как перепелиные, да? И они раскрашены так, вот такие большие даже у нас были. А что вот это? Мобильные аксессуары, но они не пасхальные. Ну, такие декорчики. Он будет есть. Зайцы Пасху идут. А, его запустить можно, да? Прикольно. Мы уже запустили двоих, потанцевали. Уж ты будешь мерить сегодня или нет? Да, сегодня постершусь. Еще подушечки вот классные, пасхальные. Ну, в общем, дом украсить, дверь украсить, стол украсить. Все можно украсить, всего хватает. Ну что? На этом, наверное, пасхальный влог окончен. Он еще не окончен, потому что мы потом покажем наши украшения нашего дома. Да. Как мы будем вот готовить подарочки. Маленький вложик. Всем счастливой будущей Пасхи. Да. Пасхи. Накрашивайте яйца хорошенько. Запасайтесь шоколадами. Всем и пускай пока, к вам придет очень щедрый шоколадный заяц. Не шоколадный, а пасхальный заяц, чтобы он вам подарил много яичек, много шоколада. Кстати, помнишь, мы делали каждую, когда близко Пасху, из яйца я радужное яйцо, да. И на нем делали. Да. Мне тоже нравится. Всем бай-бай. Хорошего дня и хорошего настроения. Всем пока.